Так что же вы считаете? Переписку Энгельса с этим, с Каутским. Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного? Да не согласен я. Что, с Энгельсом или с Каутским? С обоими. Это замечательно, клянусь Богом. И что вы можете со своей стороны предложить? Да что тут предлагать? А то пишут, пишут, голова пухнет. Взять все, да и поделить.